100 тысяч деревьев будет высажено в Актобе до конца года. Вместо карагачей в парках и скверах появятся дубы, клены и даже каштаны. Они не только украсят облик города, но и помогут улучшить экологическую обстановку в целом. Актобе буквально чахнет без зелени, поэтому власти решили призвать горожан принять активное участие в акции «Посади свое дерево». В этот раз порядка 2000 саженцев высадили в триатлон-парке. Дерево – это символ здоровой экологии и красоты окружающего мира. А процесс посадки – опыт, благодаря которому приносишь пользу планете и самому себе, говорили участники акции. Сезон посадки стартовал. В триатлон-парк привезли ели, черемуху, ясень, клен, сирень. Все саженцы выращены в местных питомниках и адаптированы к климатическим условиям региона. Теперь нужно организовать уход за молодыми деревьями, чтобы они быстрее прижились и окрепли. При дальнейшем уходе мы видим, что летом полива нет. Саженцы, даже если весной, они принимают зеленую массу из тех соков, которые сохранены в самом саженце, в корнях. То есть дальше питания нету. Если и эти саженцы высохнут, то все-таки нужно будет привлекать должностных лиц, которые находятся здесь. Так нельзя, так не должно быть, потому что это, во-первых, средства, во-вторых, время и то время, которое должно затягиваться, та зелень, которая здесь должна быть. Тут уже должен быть лес. По словам акима области, поддержание чистоты и озеленение города – важные элементы формирования экологической культуры в регионе. После посадки Ералы Тогжанов поручил контролировать приживаемость саженцев и решить вопрос с поливом. Безусловно, главная составляющая в этом вопросе – это и уход, наверное. Вот сейчас предлагают возможные капельные нарушения. И полив, конечно, должен быть качественный. Поэтому над этим всем вопросом вместе будем обсуждать и принимать решения. Экологические движения в нашей области уже ко мне подходили. Ряд активистов, я с ними встретился и готов с ними вместе работать. Приглашаем наших жителей принимать участие в таком массовом, я думаю, озеленении нашего города и посадка деревьев. Горожане очень надеются, что посаженные саженцы приживутся и превратятся в великолепные деревья, которые будут защищать окружающую среду от загазованности воздуха, а пышными зелеными кронами смогут любоваться дети, внуки и многие следующие поколения.